какой банк вложить свои сбережения, во что вообще лучше инвестировать, куда и когда платить налоги, чем кредит отличается от ипотеки. С этими и многими другими вопросами мы с вами сталкиваемся каждый день. И, увы, найти ответы на них не всегда получается. А вот студентам Казанского федерального удалось это сделать буквально за час. Ровно столько им отводилось на прохождение квеста «Финансовая грамотность». Студенты, которые будут участвовать в этой игре, в этом квесте, смогут, с одной стороны, продемонстрировать свои знания в области финансов, те, которые они уже успели получить из разных источников, а с другой стороны, смогут узнать что-то новое, то есть о тех вещах, которые любому человеку нужны по определению. Несмотря на серьезную тему, квест по финансовой грамотности прошел в лучших традициях жанра. 6 локаций в разных уголках здания, еще больше заданий, ребусы, шарады, кроссворд. И на все это минимум времени. Ответил правильно и быстрее остальных – держи щедрую премию. Плетешься в хвосте – лови штраф. Так что участникам квеста пришлось изрядно поломать мозги, понервничать и даже побегать. А главное – удалось зарядиться очередной порцией новых знаний и ярких эмоций. Мы получили очень позитивные эмоции. Также могу сказать, что получили необходимые знания на практике, потому что дело происходило уже в каком-то динамичном процессе. Это очень было здорово, конечно. Игра была очень увлекательная. Команда у нас тоже собралась. Очень веселая. Наверное, именно из-за команды я и как бы не почувствовала горечь от проигрыша. Хотелось бы, чтобы проходили такие мероприятия еще. Как и в любой игре, здесь тоже были победители и проигравшие. Но никто из ребят себя проигравшим не считает, потому что квест научил их решать финансовые проблемы играючи. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.